Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Вы на канале Лоскута Мания. Сегодня мы шьем вот такую маленькую симпатичную косметичку. Для ее создания берем уже готовый блок стежка камушки. Даже на изнаночке у нас получились объемный замечательный рисунок. Итак, отрезаем все лишнее. И формируем донышко. Складываем заготовочку пополам. И вот посмотрите, на уголочках отмеряем 3 на 2 сантиметра. 3 на 2 сантиметра. Такие прямоугольнички. Вырезаем. И идем к машинке, чтобы наша заготовка в работе была аккуратной, мы все обработаем зигзагом. То есть все краешки пройдем на машинке. Вот таким вот образом обрабатываем края. Вот посмотрите, какая у нас получилась заготовка. Для создания косметички нам нужна молния. Посмотрите, как я обработала молнию для застежки. Я взяла 4 джинсовых лоскутика по ширине одинаковые с шириной молнии. Вот так вот 2 складываем, прошиваем, разворачиваем и прошиваем еще раз с одной и с другой стороны. Конечно, это можно делать на машинке, прокладывая машинные швы. Я это сделала руками, так как машинка у меня новая, и я боюсь сломать иголку. И на собачке молнии сделала вот такую вот, это шлёвка от джинс. То есть мы используем от джинс все до шлёвочек. Итак, складываем нашу заготовочку напополам, отмечаем середину. И также находим середину замка для того, чтобы у нас все было очень и очень аккуратно. Отмечаем серединки. Так, кладем наш замок собачкой к себе и прикладываем к нему лицевую сторону косметички. Соединяем середины. И закрепляем эти 2 детальки нашими прищепочками. Вот посмотрите, девочки, как нужно сложить. Вот край замка должен выходить по отношению к заготовке где-то на 1-1,5-2 миллиметра, не больше. И прокладываем шов. То есть стачиваем эти 2 детали. Все, прошили. И теперь посмотрите, как я работаю дальше. Разворачиваем свою работу. Как бы делаем вот такую маленькую складочку. Как бы делаем наплыв на замок нашей детали. Можно отгладить, можно закрепить иголочками. Но я прошиваю сразу и прокладываю декоративный шов. В моей машинке он под номером 50. Я думаю, что у многих других девочек есть такой шов. Мне он очень нравится. Это декоративный шов номер 50. Посмотрите, как он симпатично смотрится, но самое большое его достоинство в том, что он очень надежно и крепко пришивает край молнии к телу косметички. Это то, что нам необходимо. Таким же образом мы прошиваем и вторую сторону нашей молнии, нашего замка. И также делаем
отстрочку этим декоративным швом. Ну что ж, осталось дело за малым. Складываем боковые швы, прошиваем с одной и с другой стороны. И также аккуратно складываем уголочки и зашиваем, формируя тем самым донышко. Все, наша работа выполнена. Осталось только вывернуть нашу косметичку. Делаем это очень аккуратно. Вот эти уголочки выворачиваем надежно, аккуратно. Выворачиваем всю нашу косметичку. И посмотрите, какая малютка у нас получилась. Это просто прелесть. Она такая аккуратная. И в руках очень приятно ее держать. Но я вас уверяю, что в нее поместится очень много нужных и необходимых вещей для нас, девочек. Ну что ж, на сегодня все. Ставьте пальчики вверх. Кто не подписался, подписывайтесь, пишите комментарии. Я на все отвечу. Всего вам доброго. Пока-пока. До новых встреч.